дорогие друзья, участники форума, дорогие братья и особенно, сегодня скажу, дорогие сестры. Совершенно не случайно мне представляется выбор места и времени проведения нашего форума. Почему? Ну, сами посмотрите. Город Екатеринбург – это один из немногих городов, который носит имя женщины, притом святой. Сегодняшний день тоже ознаменован одним именем. Сегодня день памяти святой мученицы Натальи. Я не сомневаюсь, что в нашем зале сидит много участниц, которые носят это имя. Давайте поприветствуем, поздравим с ним ангела. Общество 21 века представляет женщине множество способов для саморазвития, для реализации себя как личности, но вместе с этим это приносит с собой определенные вызовы. Женщина, жена, мать, дочь может легко потерять себя на фоне современной культуры, где ее роль становится размытой. Обращаясь к истории нашего Отечества в 20 веке, можно увидеть, что в годы Великой Отечественной войны женщины водрузили на свои плечи не только весь тот объем трудов, который они несли в тылу, заменив на рабочих местах ушедших на фронт мужчин, мужей, сыновей, но многие из тех женщин прославились мужеством и отвагой в составе действующей армии, добровольческих подразделений, партизанских отрядов. При всем этом не было забыто и о рождении, и о воспитании детей. Наших отцов, наших дедов рожали и воспитывали вот эти самые удивительные женщины. Если попытаться провести параллель, так как мы с вами, дорогие участники, живем в непростое время, то станет очевидным, что от женщины в современном мире вновь требуется самоотверженное служение ближнему, семье, обществу и государству. Развитие оборонно-промышленного комплекса страны, безусловно, является важной задачей государства. Но, на наш взгляд, не менее важной и приоритетной задачей должна быть задача деторождения и народосбережения. Хотелось бы уповать на то, что государство, ожидая в настоящее время от женщин, матерей, дочерей подвига, в свою очередь окажет им всестороннюю помощь. Неоценима роль женщины в образовании и воспитании молодого поколения. Для того, чтобы помочь женщине в решении этих вопросов, необходимо на государственном уровне выстраивать последовательную стратегию, которая начинается с детского воспитания, основанного на ценности семьи и чадолюбия, важнейшего принципа любви к детям, на понимание того, что многодетная семья – необходимая основа личного благополучия, стабильности, комфорта и реализации нравственного чувства. Мой предшественник в начале 20 века, епископ Ириней Екатеринбургский и Ирбитский, в самом начале прошлого века, в 1900 году, писал замечательные слова о воспитании самих женщин. Я процитирую. «Главное, что требуется от христианской девицы, чтобы она была благочестива, боялась Бога, имела в душе страх Божий. Этот страх Господень требует прежде всего сохранения девственной чистоты в мыслях, чувствах, словах и действиях. Ваша нравственная чистота, — говорит Преосвященный Ириней, обращаясь к девушкам, — вот ваша сила, ваше орудие борьбы, которым вы можете и должны ратовать на пользу веры». Здесь необходимо пояснить, что епископ Ириней, когда говорит о девственной чистоте, имеет в виду это понятие в самом широком смысле этого слова, то есть определенного рода целостность человека в единении с Богом. Почему такой акцент на духовности? Все потому, что лишь интеллектуальное развитие фактически не улучшает мир. Да, оно делает его более прогрессивным из века в век, но без духовной составляющей воспитание личности может привести к трагедии. Я бы хотел пожелать, чтобы в рамках сегодняшнего форума и во множестве поставленных вопросов тем, которые будут обсуждаться, именно духовное, нравственное состояние женщины тоже нашли свое достойное отражение. Я хочу пожелать благословения Божия всем участникам, а всем женщинам, кто собран в этом зале и кто не смог попасть, но хотел, пожелать быть самыми счастливыми на земле людьми. Спасибо.